под подкладку пальто можно вшить что угодно. Еще мальчишкой я начал прятать тайные послания в одежде. Кое-что личное, о чем знал только я. Мои секреты. Доброе утро. А ужинаете со мной? Да. Мне кажется, будто всю жизнь я искал именно тебя. Восхитительно. Ты просто прекрасна. У меня есть некоторые идеи, но я не смогу воплотить их в жизнь без тебя. Рейнольдс осуществил мои мечты. И взамен я дала ему то, чего он жаждал более всего на свете. Всю себя без остатка. А почему ты не женат? Ее появление многое изменило. За весь вечер она едва взглянула на тебя. Позвольте предостеречь вас. Мой брат чувствует себя обреченным на жизнь без любви. Ткань мне не нравится. Может, когда-нибудь твой вкус изменится? А если мне нравится мой вкус? До добра он тебя не доведет. А вдруг я этого и добиваюсь? Стоп! В этом доме веет тихой смертью. Ты не обречен, ведь я люблю тебя. Прекрати эту игру. Какую? В чем именно ее суть? Все твои правила, твоя одежда, все эти деньги, все игра. Все было подстроено. Стоп! Ты подослана, чтобы испортить мне вечер, а возможно и всю жизнь. Прекрати! Что бы ты ни делал, будь осторожен. Призрачная нить.